Вы смотрите обзор товара рюкзак Боровик номер 60, Камыш Хансман. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Описание: рюкзак Боровик номер 60 объемом 60 литров и загрузкой до 30 кг, недорогое и практичное снаряжение для охоты, рыбалки или поездок на дачу. Маскирующая расцветка 4 видов позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Лес, камыш, военный или пиксельный камуфляж. Материалы и технологии. ПВК-пропитка внешней ткани с водостойкостью 20 000 мм СТ, и водозащитная молния на переднем кармане позволит охотнику сохранить вещи сухими даже при сильном ливне или мокром снеге. Удобство эксплуатации. Основной объем регулируется 4 боковыми стропами, которыми также можно закрепить спальный мешок, коврик или охотничий топорик для постройки шалаша и разделки добычи. В большом фронтальном кармане под рукой будут бинокль, коробка с патронами, нож, спички, теплые перчатки и манки для охоты. Недорогой рюкзак Боровик номер 60 также подойдет для транспортировки вещей при поездках в кемпинг или на фестиваль. Рекомендации по уходу. Чтобы изделие служило долго и надежно, за ним необходимо ухаживать, следуя инструкциям по уходу на ярлыке изделия. Стирка, ручная стирка при температуре воды до 40 градусов Цельсия. Изделие не тереть, отжимать аккуратно без перекручивания. Глажка, глажение запрещено. Отбеливание, отбеливание запрещено. Химчистка, химчистка запрещена. Сушка, сушка в вертикальном положении без отжима, барабанная сушка запрещена. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.